Студія! Добрий день! Ну-ка, так ви будете задержати. З вами Олександра Муханцова. Студія! Може тебе? Доброго дня! Це веде репортаж Олександра Муханцова. І ми в замку. Коню урані. Какому-то? Ти не знаєш, що говорити? Так? Що за замок? Я не можу відповісти репортаж. Мені підготовили. Наступного тижня інтелігентний та щирий, та що криється за янгольською посмішкою холостяка. Холостяк далеко не завжди був таким красенем. І давно ти холостяк? Ну, то вже полгода. Аж даєш, а ти все, будучи жени. Відповідальність. Яку таємницю приховує холостяк? І що, як вам до свидання? Я їй подарував розу. Ви подарили розу? Так. Да. Зрозумію, що це поплохило. Неспинне кохання перетинає усі кордони дозволеного. Чому вона тобі понравилась? Ну, це не біда. Я вам дарю розу. Чи допоможуть рідні стіни у стратегії зваблювання? А як же Світлана? Вона говорила, що вона взагалі стала вашою жіною. У нас з Світланою усложнені відношення. Ты же ее используешь, как и Владик, только ради денег? Нет. Признайся честно. Та сердце холостяка належатиме лише одній. Смотри, мы как и в школе, как и в универе. Как хотела наша преподаватель Светлана Ивановна, чтобы мы увидели Париж. Париж? Вот он, Париж. Ваша пель США. Холостяк. Живи почуттями. Зараз реклама на СТБ. Значить, Рафаело. Якщо хочеш добре, як? Не забудь про Дуфалак. Дуфалак. Містер Пропер. Містер Пропер. Прибирати відвідчі. Вам необхідно. Покрути, Саша, покрути. Владик! Что? Все, можешь снимать. Давай. Тогда наклоняйся, снимай. Да я только начал. Давай, Саша, наклонись. Только потому, что у меня ключи застряли. Так мы сейчас потом... Вот, я теперь выдавлю. Смотри, мастер. А потом ключ, пап, что не открывается? Горлатый. Где вино? Ты я выпил. Все, я не буду вино пить. Если бороды нет, то и нет мой ответ. Колдует. Сейчас мы снимаем битву экстрасенсов. Я чувствую здесь... На СТБ здесь... с нами Гарик Бульдог, Володя. Колдую, здесь плохая энергетика. И Саша Бахтан... Вот здесь убили. Кого-то убили, подожди. Их было двое. Я вижу кровь. Надо дальше пройти, дальше. Ее тянули по ступенькам. Я чувствую, что хреново написали все правила. Так, на самом деле, я хотела бы сделать тайное откровение. Тайное откровение всех битв экстрасенсов. Экстрасенсов не существует! Нас разводят! Капец. Это так? Блин, вы уволены реально, ну что за хрень? Битва экстрасенсов на СТБ. У меня ресница открывается. Ты закрывай глаз. А видно,
Саша, ты просто мастер. Я не люблю фотографировать, потому что я плохо получаюсь. Это же была красивая. Нет, я говорю... Не смотри, не смотри ты по сторонам. Оставайся такой, как есть. Оставайся сама собой. Да, Стивка ТВ. Полезно. И мы вот так. Файна ТВ. Обсуждаем, Саша, обсуждаем. Мне кажется, наш режиссер какой-то странный. Нет, это все так задумано. Свидание. И сейчас вы смотрите продолжение нашей программы «Холостяк». 10, 15, 20. Да, поехали. Саша, давай говори просто. С вами Вовчик Валерчик и Алексашка Муханцова. Оператор забуксовал. Так, вас не видно в кадре. Так, выходим, свет, камера. Поехали, мотор. О, подожди, я должна играть. Это же Мош, Инне и... Давайте тебя снимаем поцелуй на фоне Флюбаш. Отсылайте номер на номер 937-999-992. Студия, студия! Дебелое ушко. Яблочник, мать! Два, ты что делаешь? Губы у тебя вкусом мурдя, словно конопля, дурит, ну-ну-ну-ну-ну, слов не говоря, искусай меня, силы не жалей, дурака валяй. Лопай ресницами и взлетай, ресницами забывай. Да? Не чипит. Да? Саша, знаешь, это признаки болезни. Студія, студія, ми ведемо свій репортаж з площі Ринок. Що ж, ці два дні були дуже насичені, але я хочу виразити особу благодарність. Як буде благодарність? Подяку за квест організатору Кирпичу Владиславу, а також Володимиру Глєбову. За... В общем, прийду на русский. Хочу поблагодарить Вовочку за то, что за его сообразительность. Прошу простить меня, пожалуйста, что я хожу окольными путями. И я торжественно обещаю, что я обязательно помогу Вовочке стелить постель. Как бы это странно не звучало сейчас на камеру, немногие поймут, конечно. Ну, Вовочка. Всем привет! Как вы поняли, я уже победила в Львов квест. Жду свой шоколад. Вот, Владик большой молодец, как организатор. Хочу сказать, что даже несмотря на то, что как бы хочется сказать, что квест был на самом деле крутой, все этапы крутые, телефон разряжался, температура, неважно, все равно я утримала победу. Вот. И хотелось бы отдельный привет передать Вове, он вообще был самым лучшим партнером. Я считаю, что ему просто не повезло с партнером. Ну, конечно, я считаю, что я победила нечестно, потому что должен был победить Вова. Потому что просто мы дебилы, понимаете? Вот я, Света, вот Коля. Вова лучший! Ну, вообще, он самый лучший игрок, я считаю. Он просто впечатлял нас своими результатами, своими достижениями в этой игре. Красава, молодец. Встаньте, да? Так я думал, типа, я подхожу. Мы же разыграли спектакль. Что было все красиво. Ты меня сейчас снимаешь. Александра. Николай Александрович. Мы хотели, мы хотели бы вас поздравить с вашей победой в этом чудесном квесте.